короче, движик делал. Он кинул мне на 23 775 тысяч рублей. Вот, сказал, что опять же, что это стоит дороже сделать договор. Девочки, я реально в этом не соображаю. Я ни с кем не посоветовалась, честно. Ни с мужем, ни с мамой, ни со знакомыми, ни с юристом. Я не знаю, чем он обладает. Он просто красиво стелет, вот, входит в доверие. Тем более, он бывший участник проекта. Все, все про него, все данные у меня есть, все про него все знают. А потом я там... Ребята, пока не расскажу всю свою историю, реально, что мне творится в моей жизни, я пока домой не пойду, короче, я сегодня просто не усну. Вот, доведу дело до конца. Вот, а насчет этого чувака. У меня есть его данные, фото, мы пробили его по базе. У меня есть, я вышла на людей, да, знакомые, которые тоже пострадали от него. Вот, я не знаю, пойти на него заяву накатать, но с другой стороны... Мне его жалко, да? Ну, бедный несчастный человек. Опять же, это дело просто так оставить. То есть он будет сейчас продолжать других людей кидать. Да, он сейчас на воле. Просто у меня реально в голове не упало.